Вы в курсе, что в Сочи в этом году начнется строительство 4 школ и 4 детских садов? Задача властей города – решить проблему переполненных образовательных учреждений. Здравствуйте, я Инга Габешия, и на канале ФКТ «Время» программы «В курсе». В этой студии мы говорим на самые разные темы, затрагивающие интересы всех жителей города Сочи. Начнется в этом году и строительство долгожданной школы на Мамайке. Проект образовательного учреждения согласовывался на федеральном уровне в течение 3 последних лет. Загвоздка была в сложности рельефа. Сегодня вопрос противоуползневых мероприятий решен. Проект школы на 800 мест, к слову, с видом на море, прошел экспертизу. В целом о планах на сочинское образование нам сегодня расскажет начальник управления по образованию и науке администрации города Сочи Ольга Медведева. Здравствуйте, Ольга Николаевна. Здравствуйте, Инга. Начнем с вопроса, который наверняка набил уже оскомину, но не перестает быть актуальным в Сочи. Как сейчас обстоит дело с очередью в детские сады? У нас 76 дошкольных образовательных учреждений, и в них создано 25 700 мест. 23 800 – это дети от 3 до 5 лет, а остальные практически 2 000 – это детки от 2 до 3 лет. За последний год мы построили 2 детских сада, 3 пристройки, ввели все в эксплуатацию. Это 540 мест. В этом году также будем строить 4 пристройки, плюс еще школа с дошкольной ступенью на Красной Поляне. Несмотря на все предпринимаемые меры, очередь в детские сады не сокращается. И сейчас в очереди насчитывается 18 800 детей. Причем от 3 до 5 лет 4200 детей из них. Мы оптимизацию полностью провели всех помещений и разработана дорожная карта до 2030 года по строительству детских садов и пристроек к детским садам. К детским садам сегодня, да, повышенное внимание. Ко всему прочему, в прошлом году краевое руководство дало указание увеличить количество казачьих детсадов и групп. Вот как в Сочи решается этот вопрос? У нас существует 83-й детский сад. Он первым в Краснодарском крае получил статус казачьего детского сада в 2019 году. Кстати, в этом же году стал призером в конкурсе краевом на лучшую казачью организацию. Носит имя Антона Головатова, но не в 2019 году начал реализовывать программу на основе историко-культурных традиций кубанского казачества аж в 2010 году. Прекрасные связи сложились у коллектива этого детского сада, у родителей, воспитанников этого детского сада с приходом храма Преображения Господня и хуторским казачьим обществом Бытха. Все праздники проводят вместе, спортивные соревнования, фестивали, конкурсы, экскурсии, выезды, парады. Это очень активный детский сад. Да, мы сейчас работаем над увеличением количества детских садов казачьей направленности. Претендуют еще 2 детских сада на этот статус. Но пока это секрет. Они работают над этим вопросом. Надеюсь, что в конце 2020 года секрет откроется. Интересно, заинтриговали. И давайте перейдем к школам. В этом году наконец-то начинается строительство самой обсуждаемой школы на Мамайке. Давайте расскажем, напомним, почему так долго шел этот процесс. Сложный рельеф, сложная местность, очень плотная жилая застройка, отсутствие муниципальных земель. Да, долго согласовывали школу на 800 мест. Кстати, с возможностью размещения детского лагеря круглосуточного на 100 мест начинаем строить на Мамайке. Темпы строительства будут обычные, быстрые. И несмотря на это, школа будет строиться 2,5 года. Плановые сроки строительства 2020-2022 годы. Уже проведены торги, все конкурсные процедуры и определен подрядчик по строительству этой школы. Это ООО «Лидерстрой». Когда они приступают к работам? Уже приступают к работам, да. Замечательно. И в этом году еще глава города тоже был на территории и поручил подбирать уже педагогический коллектив. Вот и к этой работе уже, получается, нужно приступать? Приступаем. В первую очередь надо подобрать руководителя, а руководитель уже вместе с управлением образования будет подбирать педагогический коллектив. Да, начинаем сразу с колес, потому что строить школу должен будущий руководитель вместе со строителями. Но помимо
Помимо школы на Мамайке, мы в этом году будем строить еще пристройки к лицею 23 и школе номер 11. И, как я уже сказала выше, школу на Красной Поляне на 400 мест. Это полноценная школа с дошкольной ступенью, детский сад на 80 мест. Угу. То есть Мамайка, Красная Поляна, пристройки к 23-му лицею, 11-й школе. И к 11-й школе. Да, угу. Все районы, кроме Лазаревского, будут задействованы в строительстве. Угу. А пристройки на какое количество учащихся рассчитаны? Все пристройки рассчитаны на 400 человек. Это типовая пристройка. Кстати, мы можем строить только по проектам, которые прошли экспертизы и являются финансово эффективными. Угу. Понятно. По поводу первой смены. Удастся ли с помощью этих школ, пристроек перевести всех учеников в первую смену или все-таки этого недостаточно, чтобы разгрузить наши образовательные учреждения? Ох, к сожалению, в первую смену мы всех не сможем перевести в ближайшие 10 лет. У нас из 70 школ сейчас 49 работают в полные две смены. 23-й лицей и гимназии 1 и 9 уже закончили набор в первый класс. Настолько плотно у нас сейчас жилая застройка находится к этим учреждениям. Я посоветую всем родителям посмотреть постановление администрации города. Оно выпускается ежегодно. Это январское постановление о закреплении за школами жилых микрорайонов. И в обязательном порядке обратиться в школу, которая относится к вашему микрорайону, с заявлением на прием ребенка в первый класс. Дело в том, что с 1 июля подавать заявление будут родители детей, которые не зарегистрированы в данном микрорайоне. И для вас может не хватить мест. Конечно, все дети пойдут в первый класс, но, может быть, не в школу шаговой доступности. В прошлом году мы создали дополнительно 33 класса комплекта. В этом году планируем создать 40 классов комплектов. Практически 9 тысяч человек пойдет в первый класс по предварительным подсчетам, что на 600 человек больше, чем в прошлом году. Прям рекорд. Да. Но в некоторых микрорайонах нам удается решить эту проблему, в частности, в густонаселенном микрорайоне Макаренко. Со второй сменой проблема? Со второй сменой, да. 44-я гимназия у нас занимается в одну смену, в связи с тем, что мы оборудуем новые помещения под классы. И сейчас в связи с открытием второго корпуса 6-й гимназии, также 6-я гимназия будет заниматься в одну смену. 15-я гимназия тоже имеет пристройку, и мы на некоторое время разгрузили вторую смену, но сейчас уже она опять появляется, к сожалению. Ну, 6-й гимназии прям будет большое помещение, это школа на 1100 мест, да, совершенно верно, плюс его старое здание на улице Абрикосовой, там останется начальная школа, а с 5 класса дети будут обучаться на Макаренко 8А. Это современное здание с прекрасным оборудованием. Мы его смогли капитально отремонтировать только с помощью краевых средств. Наше софинансирование было. Ремонт капитальный, ну, по сути дела, строительство нового здания, стоило 175 миллионов краю и городу. И оборудование. Оборудование самое современное на 138 миллионов. Также закупили в эту школу. Это и интерактивные доски, жидкокристаллические доски, система безопасности, которая распознает по лицам. Прекрасная мебель, замечательное учебное оборудование для классов физики, химии, биологии, ну и для других предметов. То есть все школы, которые будут строиться в Сочи, будут вот такие современные? Все школы оборудуются по приказу Министерства просвещения Российской Федерации 336. Ну и кадровый вопрос. Во всех ли школах у нас хватает учителей-предметников? Ну, знаете, проблема есть, конечно. Большая проблема с учителями начальных классов, потому что начальная школа у нас уже равна оставшейся 5-11 классам. Да? Проблема у нас с учителями физики и математики. Решаем, конечно, работаем и по целевому направлению отправляем наших выпускников на педагогические специальности, заключаем договоры с гарантированным трудоустройством в школе.
переобучаем других специалистов с высшим образованием, переподготовку они проходят, приходят работать в школу. Тоже, кстати, неплохая идея. И самая, наверное, интересная сейчас программа для педагогов – это «Земский учитель». Российская Федерация в этом году начала реализовывать этот проект. В этом проекте участвует также Краснодарский край в целом и город Сочи в частности. Мы сейчас набираем учителей на 10 вакансий в 7 сельских школ. 4 школы в Адлерском районе, 1 в Хости и 2 в Лазаревском районе. Все претенденты, которые будут отобраны, конкурс, кстати, проводится до 15 апреля, получат единовременную компенсацию 1 000 000 рублей. Да, очень, очень неплохая помощь для специалиста, который приезжает на работу. Да, нельзя не согласиться. И у нас директор 5-й гимназии стала лучшим директором школы в крае. Когда в последний раз в Сочи были такие результаты, были ли у нее достойные конкуренты, ну и что, в общем, самой школе дает вот такая победа? Это наша гордость. Елену Владимировну Конищеву, директора 5-й гимназии, поздравил глава города Алексей Сергеевич. Мы ее встречали торжественно. Я поехала на встречу в Краснодар, поздравляла там Елену Владимировну. Мы гордимся этой победой. Мы всегда представляем город Сочи на этом конкурсе достойно. В 2013 году Игорь Владиславович Никитин, директор 8-й гимназии, стал победителем в крае и затем очень удачно представил Краснодарский край на федеральном уровне. Он занял 2-е место. Лауреатами этого конкурса, соответственно, в 2015 и в 2017 годах становились директор 15-й гимназии Лариса Сергеевна Пшеницына и директор 89-й школы Лашаури Наталья Владимировна. Для руководителя это прекрасная возможность в ускоренные сроки повысить свою квалификацию. Ну, во-первых, ты общаешься с лучшими специалистами, своими коллегами. Понятно, что все 44 муниципалитета посылают на этот конкурс своих лучших директоров. Можешь обменяться опытом, увидеть новые управленческие технологии. Ну и, конечно, сделать такой аудит своей работы, работы всего коллектива, направленности работы школы. Безусловно, возвращается уже совершенно другой директор. Это уже более высокий уровень профессионального развития. Ну и школа, конечно, вдохновляясь этой победой, идет вперед. И очень надеюсь, что выстрелит в результатах единого государственного экзамена. И сейчас, что касается учеников, как они отличились у нас в этом учебном году? И как вообще в Сочи выстроена работа с одаренными детьми? Всероссийская олимпиада школьников идет полным ходом. Завершены уже школьные, муниципальные, региональные этапы. На региональном этапе в этом году у нас 47 победителей и призеров. 8 победителей, кстати, и 39 призеров. Это больше, чем в прошлом году. В прошлом году был 41 у нас победителей и призеров. На федеральный уровень отобраны 4 человека. Мы будем представлять Краснодарский край по 3 предметам. 2 ученика будут участвовать в олимпиаде, заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по французскому языку. 1 представит наш край по английскому языку и 1 учащийся по математике. В этом году у нас есть большая победа на международном уровне. Это знаменитая международная олимпиада по математике в Румынии. Представлял Россию в составе сборной России учащийся 8-й гимназии Демин Данила. Его также поздравлял глава города. Это колоссальная победа, у нас такой никогда не было. Работа с одаренными детьми дает свой результат, потому что в Сочи это система. Она и финансово поддерживается, система работы. В нашей программе «Дети Сочи» на каждый год выделяется 1 770 000 рублей на проведение целого цикла интеллектуальных конкурсов, технической, естественно, научной направленности, на проведение научно-практических конференций, спортивных соревнований. Чем раньше мы выявим одаренного ребенка, как известно, все дети одарены,
сильнее будем его сопровождать, тем лучше будет результат. Это, конечно, и групповая работа, и индивидуальная работа. У нас есть центры дополнительного образования, которые заточены на выявление и поддержку одаренных детей. Ну, в частности, центр творческого развития гуманитарного образования, центр внешкольной работы, центр дополнительного образования ХОСТа и некоторые другие. Большую поддержку в этом плане нам оказывает сотрудничество с Сириусом и с некоторыми вузами, ведущими вузами нашей страны. Например, лекции преподавателей МФТИ в Центре творческого развития гуманитарного образования по математике стали уже традиционными. Здорово. Кстати, что касается вот этих вот доплат за классное руководство, сочинские учителя уже ощутили эту прибавку? Конечно, с 1 января, согласно постановлению губернатора, каждый классный руководитель получает доплату 4000 рублей. Для городских школ численность учащихся должна быть не менее 25 человек в классе, численность учащихся в сельских школах не менее 14 человек в классе. Но с этим мы успешно справляемся, у нас численность гораздо больше. Если же она меньше, то пропорционально происходят и выплаты. Кстати, если у классного руководителя, это, конечно, очень сложно, двойное классное руководство, он получает двойную сумму стимулирования. С 1 сентября также начнет уже действовать поручение президента, доплата каждому классному руководителю 5000. При этом наши региональные доплаты будут сохранены, и классный руководитель будет получать 9000 рублей за классное руководство. Это хорошо, замечательно. Хорошая очень новость, здорово. Так, инклюзивное образование. Во всех ли школах оно возможно? И есть ли какие-то итоги этой программы? Потому что, как мы помним, вначале было много шума вокруг совместного обучения детей-инвалидов и здоровых детей. Вот к чему пришли и улеглись ли страсти? Инклюзивное образование возможно во всех школах. Конечно, надо создавать для этого условия. У нас детей школьного возраста с инвалидностью около 1300 и детей с ограниченными возможностями здоровья около 1400 человек. Различные нарушения. Больше всего детей с задержкой психического развития, порядка 1000. 177 у нас детей с умственной отсталостью, во всяком случае мы учитываем их. Около 70 детей с расстройством аутистического спектра. Есть различные нарушения, и слабовидящие, и слабослышащие, и какие-то нарушения опорно-двигательной системы, нарушения речи, множественные нарушения. Для нас это новая тема совершенно, да, инклюзивное обучение таких детишек в наших общеобразовательных организациях. Мы сотрудничаем с интернатами, конечно, в первую очередь с нашим интернатом номер 2 для детей с интеллектуальными нарушениями, с интернатом Армавира для детей слабослышащих и с краснодарским интернатом для детей с нарушениями речи. Понятно, что для этих детей надо создавать особые условия. И по первому же требованию руководителей учреждений, если они понимают, что такой ребенок у них есть, при наличии специалиста мы вводим ставки узких специалистов. В наших школах уже работают 33 дефектолога, 39 логопедов, 120 психологов, 8 ассистентов и порядка 20 тьютеров. Чаще всего, наверное, это детки-аутисты, да, которые в общеобразовательные школы попадают. В основном это дети с задержкой психического развития, есть дети с умственной отсталостью, ну и аутисты, да. Если ребенок признан аутистом, но он ведет себя, естественно, не так, как обычный ребенок, и если есть специалисты, то никаких страстей нет. Знаете, когда бывают страсти? Когда родитель не признает, что есть эта проблема, когда он не диагностирует в психоневрологическом диспансере, в нашей комиссии психолого-медико-педагогической, что у ребенка есть отклонение, и ему нужна помощь дополнительных специалистов, вот тогда проблемы. Потому что мы просто видим, что ребенок гиперактивный, что он ведет себя не так, как другие дети, мешает другим обучаться. Если бы были специалисты, которые корректировали бы поведение и помогали обучению ребенка, было бы совсем другое дело. То есть вот страсти есть, когда сам родитель не признает, что ему и ребенку нужна помощь.
Ну и внешкольная занятость. Обязательно ли она для учеников? И есть ли в наших школах набор бесплатных занятий? Ну, конечно, есть. Тут надо сделать разграничение между внеурочной деятельностью, которая является частью образовательной программы и обязательно для каждого ребенка согласно федеральным государственным образовательным стандартам. А есть дополнительное образование, которое является необязательным, но тем не менее по нацпроекту «Успех каждого ребенка» мы четко следим за охватом детей дополнительным образованием. В этом году он должен равняться 75%, а к 2024 году мы должны охватить 80% наших детей от 5 до 18 лет. В дополнительном образовании существует 6 направлений, все они есть в нашем городе. Это техническое, естественно, научное, художественное, спортивно-оздоровительная направленность, а также туристско-краеведческое и социально-педагогическое. В отрасли образования существуют спортивные школы и центры доп. Образования, которые охватывают 33 368 детей. Почти 7 тысяч занимаются в школах отрасли культура, музыкальные, художественные школы искусств. И в спортивных школах, которые подведомственны департаменту физкультуры и спорта, 11 с половиной тысяч. Плюс ко всему, в школах мы вводим ставки педагогов дополнительного образования, то, что является необязательным, но, пожалуйста, вы можете бесплатно заниматься, как и во всех наших центрах. 11 с половиной тысяч почти охвачены ставками вот этими педагогов дополнительного образования. Очень помогли нам точки роста. Это тоже созданные центры гуманитарного и цифрового профилей на базе наших сельских 8 сельских школ. Таким образом, вот сейчас у нас занято дополнительным образованием 51 тысяча плюс 11 с половиной тысяч – это спортивная подготовка. Здорово, хорошие цифры. Все детки заняты практически. Хорошие цифры, но нам также надо строить центры дополнительного образования, спортивные школы, которые являются очень востребованными, потому что количество детей увеличивается, программы по созданию дополнительных мест в детских садах и в школах есть, а, к сожалению, в центрах дополнительного образования существует сейчас по нацпроекту вот только одна программа «Успех каждого ребенка». И по этой программе мы будем создавать IT-куб, плюсом еще 400 человек будет охвачены на базе Центра творческого развития гуманитарного образования. Будет он располагаться на улице Горького, 44. Угу. Хорошо, отлично. Ну и заканчивается учебный год, впереди ЕГЭ. Как готовимся? Готовимся очень ответственно и очень много мероприятий. Недавно прошел вот 28 февраля ЕГЭ для родителей. В год памяти и славы, конечно, мы могли только экзамен по истории в России провести. Это правильно. 45 родителей принимали участие, все по собственному желанию. Конечно, в усеченном режиме прошел этот экзамен по истории. Цель какая? Показать, что процедура достаточно открытая, снять напряженность у родителей, у детей. Ну а вообще на различных уровнях проводятся сейчас тестовые мероприятия. Это и всероссийский уровень, региональный, и наш муниципальный. Мы будем писать муниципальную работу тренировочную ЕГЭ по математике и базового, и профильного уровня. 2300 выпускников будут участвовать в этой процедуре и 800 наших педагогов. На региональном уровне тренировочные мероприятия, саму технологию отрабатываем. И всероссийские мероприятия 20-го уже прошла такая тренировка по сканированию материалов и распечатыванию материалов в аудиториях для учащихся 11 классов по английскому языку. 13 мая по русскому языку такая же процедура пройдет всероссийская, и 14 мая процедура тоже в присутствии 11 классов по говорению английский язык и по информатике. Пожелаем ребятам удачи. Удачи. Да. Ребятам не только мы желаем удачи, но и желают успешные выпускники прошлых лет. Есть такая акция, она проходит уже не первый раз. 100 баллов для победы. И те дети, которые сдали на высший балл, делятся своим секретом успеха с нашими выпускниками нынешнего года. Этот год юбилейный, 75 лет Победы. Расскажите, как образовательные учреждения Сочи участвуют в подготовке этой даты? Вот мы слышали про акцию «75 добрых дел». Вот о ней тоже расскажите.
У нас большое количество мероприятий, которые запланированы в год памяти и славы. И, конечно, мы начали готовиться заранее, прямо с начала 2019-2020 учебного года. Наши дети принимают участие в различных мероприятиях. Наша местная акция «Город, вдохновляющий на победу». Создается виртуальная экскурсия по Сочи военных лет. И каждый учащийся может воспользоваться вот этим банком, который будет накоплен всеми нашими образовательными организациями. Театральный фестиваль «Мы память бережно храним». Наша сочинская акция «Батальон Победы». На красных лоскутках пишутся имена живых ветеранов, которые, к сожалению, не смогут с нами пройти вместе в акции «Бессмертный полк». Дата их рождения, все эти лоскутки будут сшиваться, это знамя пронесется вместе со всеми людьми, которые участвуют в этом шествии «Бессмертный полк». История одной военной песни. Также изучаются школами военные песни, кто автор, слов, музыки, первые исполнители, при каких условиях была написана песня, где она впервые исполнена была. И, конечно, поют и размещают ролики в соцсетях. 75 добрых дел, да, это акция вот с экологической такой направленностью. Сказала экологическая сейчас. 75 добрых дел. Эта акция с экологической направленностью тоже стартовала в городе Сочи. Мы посадили самшит. Вот в 44-й гимназии 75 кустов самшита посажено. Будем сажать цветы на обелисках, памятников героям Великой Отечественной войны и других локальных горячих точек. 37 памятников и обелисков закреплены за нашими школами. Наши школьники несут еженедельно, два раза в неделю по средам и пятницам вахту на посту номер один во всех районах города Сочи. Акция «Ветеран живет рядом» тоже не новая для наших учреждений. Мы ходим к ветеранам не только на праздники, оказываем посильную помощь в постоянном режиме, систематически. Хочу сказать о Всемирной олимпиаде по истории. В ней может принять участие любой учащийся от 10 до 16 лет, зарегистрировавшись на сайте победа.май9.ру. Конечно, задания олимпиады посвящены тем годам Великой Отечественной войны. И 24 апреля наши дети и взрослые могут участвовать в написании диктанта победы. В частности, на территориях наших 10 школ будут развернуты эти пункты написания диктанта. Приглашаем всех 24 апреля. Очень интересно. Да. Целью всех этих мероприятий и акций является сохранение правды о победе советского народа в Великой Отечественной войне и правде о Второй мировой войне. Спасибо огромное, Ольга Николаевна, за исчерпывающий ответ и интереснейшую беседу. Удачи вам в работе. Спасибо. Спасибо. Напомню, гостем нашей программы сегодня была начальник управления по образованию и науке администрации города Сочи Ольга Медведева. Ну а вы смотрели программу «В курсе». Будьте в курсе всех событий своего города. С вами была Инга Габешия. До встречи в эфире.